Привет, друзья! Армия Украины получила новый тип дронов «Камикадзе» большой дальности IQ-4 «Стасай». Производство беспилотников наладила украинская компания «Терминал Атонами», ранее известная как стартап OneWay Aerospace. Сообщается, что беспилотник спроектирован таким образом, чтобы его можно было производить без привлечения квалифицированной рабочей силы. Корпус дрона сделан из фанеры. Разработчики постарались его сделать максимально дешевым, но некоторые источники сообщают, что цена дрона IQ-4 «Стасай» около 15 тысяч долларов. Обратите внимание, корпус дрона повторяет очертания крылатых ракет Storm Shadow. Дрон может запускаться с катапульты, так и с колесного шасси, используя тягу собственного двигателя внутреннего сгорания. Радиус действия дрона до 750 км, с боевой частью весом в 32 кг. IQ-400 может поднять и до 70 кг полезной нагрузки за счет сокращения дальности полета. Крейсерская скорость при этом составляет около 140 км в час. Элементная база дрона частично импортная. Компания может проводить 100 дронов в месяц, с перспективой расширения производства до 500 штук. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.